Здравствуйте, вы на канале Соня Кирюса. Я зараз вам буду показывать свои ляльки из театра. Привет, привет, сегодня канал Кирюса еще. Сегодня я покажу Щенячий патруль. А я покажу ляльки. А ее зовут Софика, как и меня. София. И дивиться, я одела моей игрушечной дитинки одежду от пижамки. То ее зовут Софика. Мы забыли. А это моя игрушка, лялька. Она умеет говорить. Послушайте. Она разные звуки умеет подсвоить. А моя щенячий патруль умеет все машины включать и гаш. Если тут они встречаются у чего человека, он летит в воздух. А у меня есть такая русалочка. А если я ее порезала, когда была маленькая. Теперь выросла, и она стала такая порезанная. А если добавить руку, то будет страшнее. И все, бесфей. А дивиться. Я бы хотел один. Ой. Я правда сивый. У меня никто не видел человек. Павук. Вот дивиться, у меня есть такая качка. У мене є така качка. Це качка мами. Я дитинку вам не буду показувати, бо вона ще слишком маленька, боїться. А якщо патрулі можна гнати, то буде відкриватися. Дивіться, у мене русалка така є. І ще в мене є така конячка. Хороша, ну лаюся. Зачем ты? Дивиться. А если патрули огни нажмать, то будет легче. А если нажмать кнопку? А дивиться, у меня есть такое сиденье. Что мне ничего на меня, я сказал. Я вот тут. Если тебя охраняет, не видно меня. А если тебя пришли, то будет лучше. А если добавить сегодня маленькое, то будет лучше, сегодня маленькое. Вы знаете, это конячка сиреневая. А Райдерс может делать сил. А вот конячка сиреневая. И можно расчесывать и заплетать. Смотрите. Много for душу. А вот качечка маленькая. Вот такая. Дивиться, какая маленькая. А тут? Я тут приседаю. Значит, это мое место. Я там это украню. А если только выспишь, что украню. А вот у меня есть такой зайчик синий, где очень а есть такой гонщик умеет делать. И мама мне купила такого зайчика. Вообще. Красивый. Вообще. У меня еще есть зайка секси. Дивиться, она может его превращаться. Мне было пора. Ему сапочку. Смотрите, она может превращаться. Для твоих сил. Посмотрите. Хочешь посмотреть?
Мои лобы, мы все получилось. А теперь досмотри. Хорошо, что не мама. И получился хорошо, у нас, посмотрите, кекс. А теперь вывертаем. Дивиться. Да, это не просто. А я вам не покажу инструмент. Тем более летний и вот тут. Хорошо. Ключ. Дивиться, дивиться. Это надо мне. Сложно. Вот дивиться. Ось. Дивиться. Дивиться. А сапочку мы ставим по-иншому. Дивиться. Чекайте, чекайте. Ой. Чекайте. Дивиться. А я? Нет. Я вот тут прочую. А дивиться, ось мене лягка как удачилась. А вот тут еще М-гончик и Машу. Они делают М-крепич и еще шум. Они делают. А дивиться, у меня есть такой динозаврик. Какой красивый. А мы еще? А ось оранжевый динозаврик. А мы теперь пограем с вами одну игру. Называем тваринку. Вы на тваринка? То проиграли. Вы ты тваринка, то нет, мы проиграли. Это людина? Это людина чи тваринка? Тваринка. Это людина чи тваринка? Тваринка. Это людина? Ні, не тваринка. Правильно. Это тваринка чи людина? Проиграли. Тваринка. А проиграли. Собака. А зачем еще? А это кто у вас? Динозаврик выиграл. Это тоже я тваринка. Я тоже есть фея. И это динозаврик, это тоже тваринка. Кто это? Людина. Вы проиграли. Людина, вы не сказали. Это кто? Тваринка, правильно. Это кто? Людина, правильно. И я делаю погурьюю. Это кто? Даша, правильно. На людина. Людиночка, дырка. Это кто? Люди да поехали. Это кто? Люди да поехали. Это кто? Тваринка. Выехали. Это кто? Люди да поехали. Это кто? Люди да поехали. Теперь хлопчачу игру. Давайте поиграть с своими братьями. А теперь... Большой щенячий патруль. Это такая игра. Если вы проиграете, то сдаетесь. То сдаетесь кто? А вы, если вы выиграете, вы рады. То получите приз. Я вам продам ляльки или машинки немного. Да? Это щенячий патруль, а не машинка. Нет, идите. Показывай, детка. А я же крепыш не снять, то буду. Это баскетса игра. Дивиться. Лялька гуляю. А дивиться, крепыш, где
Дивно, я мене вхватить. Ляльки зайві. І ви не упали. Ви знаєте, ляльки зайві, а щенячий патруль нам треба. То ця лялька, да, вона зайва. Значить, щенячий патруль показує. Виграв. Хлопаємо в ладоні. Ми тільки один раз зробили. А які це мальчик? Пока-пока. Пока-пока. Всем подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. У нас все новые сюрприз. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пока-пока. Мы еще тату сказал, надо скиньте сказать, что мы артисты. Да. Соня и Кирюса. Пока-пока.